В республике отметили 65-летие Гостехнадзора Чувашии. Сотрудников со знаменательным праздником поздравил глава региона Олег Николаев. Александр Ласкеев служит Гостехнадзору с 2007 года. Начинал с должности помощника, а далее карьерная лестница довела до должности начальника инспекции. Наша работа, на самом деле, она заключается в том, чтобы собственникам самоходной техники помогать вообще, чтобы правильно эксплуатировать, правильное техническое состояние, чтобы у них готовность техники была, правильно документально, какие удостоверения, что должно быть на самом деле, и соблюдая технику безопасности и правила дорожного движения. Основные это наши ключевые задачи, то что сохранность техники и здоровье жизни человека. Гостехнадзор Чувашии оказывает 3 массовые социально значимые услуги. Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники, проведение их технического осмотра, прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений. Всего более 25 тысяч услуг в год. Кроме, значит, исправной техники, кроме снижения вот различного рода несчастных случаев, конечно же, еще вы серьезно оказываете влияние и на производительность труда. Если техника исправна, если она соответствующим образом подготовлена, несомненно, она сделает больше работы, чем та техника, которая ломается каждый день или очень часто. Это тоже очень важно. Ведомство активно проводит работу по цифровой трансформации своей деятельности. Через единый портал госуслуг предоставляется уже 90% услуг в электронном виде. Используется мобильная оргтехника и оказание услуг на месте. Также одна из основных задач Гостехнадзора Чувашии – обеспечение безопасной эксплуатации аттракционов. Милена Алексеева, Юлия Дюкова, Сергей Емельянов. Республика.